Москве на ледяном поле дворца спорта хоккеисты Советского Союза дважды встречались со сборной командой Швеции. В первом матче победили советские спортсмены, во втором – шведы. Вот как проходил первый матч. Шайбой овладевают хозяева поля. Они в темной форме. И уже на 19-й секунде Альметов открывает счет. Теперь атакуют шведы. Советским хоккеистам удается отбить атаку. Шайба снова у сборной Советского Союза. И забивает второй гол. Жарко приходится вратарю гостей. Бросок. Гол! До конца матча команда Советского Союза забрасывает еще одну шайбу. Итак, до встречи в Тампере на первенстве мира по хоккею.